Новые возможности белгородских поликлиник. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в медучреждения региона закупят оборудование на сумму более 500 000 000 рублей. Часть современных приборов уже приобретена. В 4-й городской поликлинике уже настроен и готов к работе современный маммограф. Аппарат эксперт-класса, он отличается от пленочного тем, что у него очень высокая разрешимость, быстрая передача информации на монитор доктору-рентгенологу способствует высокой выявляемости заболеваний. Даже то, что ранее не было достаточно видно, сейчас, конечно, с помощью таких более четких изображений можно будет раннюю диагностику проводить более эффективно. Персонал уже прошел подготовку и готов к работе на новом оборудовании. Чтобы начать прием пациентов, осталось получить санэпидзаключение. Еще одна обновка 4-й поликлиники – современный аппарат УЗИ с сенсорным управлением и тремя датчиками – абдоминальным, поверхностным и кардиологическим. Подобное оборудование всего на сумму более 90 миллионов рублей уже поступило в ряд медицинских организаций региона. До конца года планируется поставка приборов для СКТ, флюорографии, эндоскопии. Виктор Лукьянчиков, Николай Русанов, Белгород Медиа.